Короче, ребят, не знаю, я уже второй день не могу поменять резину. У меня стоит зимняя. Я купил в магазине летнюю резину. И типа шиномонтаж входит в подарок. Вот, но там такая очередь, что я даже просто не понимаю. Я, знаете, типа я взял талончик в 9:30 утра, приехал туда. Сейчас уже сколько? 2:30. И за это время просто 4 человека только прошло, чтобы вы понимали. Поэтому, походу, сейчас придется делать за деньги шиномонтаж. Хотя вроде у меня в подарок он входит. Кайфа нету. Ну да ладно. Не знаю. А так что, ребят, витаминчики. Кушаем апельсинчик. И ждем свою очередь.